Всем привет! С вами Лена из Кипема. И вот я опять пью чай и кофе. Кофе я покупаю вот такой, по 2 рупии. 10 пакетиков на 20 рупий. А я пью кофе слабый, поэтому один пакетик я либо за раз высыпаю, либо вот как сейчас разделила его на 2 раза. Нескафе более слабый. Купила конфеты. Молочная карамелька. Вот пакетик чая, вот он у меня засыпается, вот столько. Но покупала я себе к чаю кофе по причине того, что я сегодня спать наверняка не буду. Последние дни я пила кипяток, чтобы спать. А сейчас себе купила чай, кофе, чтобы не спать. А почему? А почему, я вам сейчас буду рассказывать. А почему? А потому что мне наконец-то сделали визу на полгода. Ой, визу-то я давно получила. Мне сделали сейф-форму на полгода позже. Но сделали. А визу мне сделали и без сейф-формы. В общем, сейчас у меня на руках кучка документов новеньких. Кучка новеньких документиков. И Анкит мне сказал, что я могу оформлять визу на выезд. Надо подключать ноутбук, заходить в онлайн Эфароу и идти садиться оформлять себе визу на выезд. На самом деле у нас уже были такие прецеденты, когда он мне говорил, что оформлять документы тебя выпустят. Но в предыдущие случаи у меня это не сработало. Очень надеюсь, что сейчас все, что он говорит, соответствует действительности, и мне сделают визу на выезд. Но сейчас я вам объясню, в чем проблема с этим чаем кофе. Каждый раз, когда мне надо что-то сделать, у меня включается прокрастинация на тему. Ну вот сейчас это... Чаю кофе попью и пойду. Чаю кофе попью и пойду. И вот с момента, как мне выдали сейф-форму постановления из суда и сказали, иди оформляй себе визу на выезд, я сначала сбегала, купила чай кофе, попила на улице чай, а сейчас сижу, пью кофе и уговариваю себя. Вот сейчас чаю попью, и пойду включать документы делать. Вот сейчас чаю попью и пойду включать себе документы делать. Ну, в общем, ну вот сейчас кофе допью и пойду. При этом этот чай заваривается на стакан где-то вот постолько. Кофе у меня получается... Сколько получается это? Здесь 10, да? То есть, если по полуштучки, на 20 кружек. Но вот где-то в процессе выпивания чая, кофе, я таки должна пойти и начать себе делать визу на выезд. Если мне ее одобрят, то дальше я буду думать, куда мне деваться, потому что в Россию-то ехать нельзя. Ну... Проблемы будем решать по мере их поступления. Сначала пусть мне одобрят визу на выезд, а дальше я буду думать, как я буду выживать, никуда мне ехать. В Беларусь, в Казахстан, в Узбекистан. И как оттуда потом в Шенгене или в Британии просить политического убежища. В общем, я не представляю, что я буду делать после того, как я получу визу на выезд. Просто не представляю. Но для меня главное ее получить. То есть, как бы,
Как бы не страшно было мое будущее после того, как я отсюда уеду, но уехать я отсюда очень хочу. Но вот здесь включается прокрастинация. Сейчас чаю попью и пойду, кофе попью и пойду. Ну, как вы понимаете, кофе у меня 20 кружек, а этот чай еще, наверное, кружек на 80. Ну, я надеюсь, что я все-таки начну делать. На самом деле там не сложно. На самом деле я все это могу сделать. Я все это могу сделать. Но вот этот момент заставить себя делать... Я это видео делаю для вас для чего? Для того, чтобы вам сказать, что я буду делать. И, может быть, я этим самым заставлю себя делать. В общем, всех люблю, всех целую. Пожелайте мне удачи. И пусть меня отсюда выпустят. И пусть моя дальнейшая судьба сложится удачно. Но потому что мне-то лично в Россию нельзя. Но это пофигу. Я потом буду разбираться, что я буду делать и куда я поеду. Но главное, чтобы меня отсюда выпустили. Бай-бай-бай-бай-бай. Всех люблю, всех целую.